Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер один на странице 3 рабочей тетради по математике для первого класса автором АРОМ. В этом упражнении мы должны будем раскрасить данного петушка, решив примеры. Сначала найдем примеры с ответом 7. Для этого мы возьмем зеленый карандаш и находим примеры с ответом 7. 10 минус 3 равно 7. 6 плюс 1 равно 7. 8 минус 1 равно 7. 5 плюс 2 равно 7. 9 минус 2 равно 7. 3 плюс 4 равно 7. 4. Теперь мы берем красный карандаш и находим примеры с ответом 9. 8 плюс 1 равно 9. 4 плюс 5 равно 9. 9 просто у нас есть число. 5 плюс 4 равно 9. 7 плюс 2 равно 9. 10 минус 1 равно 9. 2 плюс 7 равно 9. Берем оранжевый карандаш и находим примеры с ответом 10. 6 плюс 4 равно 10. 5 плюс 5 равно 10. 10 число. 4 плюс 6 равно 10. 7 плюс 3 равно 10. 10. 8 плюс 2 равно 10. 9 плюс 1 равно 10. И берем синий карандаш, раскрашиваем примеры с ответом 6. 7 минус 1 равно 6. 2 плюс 4 равно 6. 8 минус 2 равно 6.
10 минус 4 равно 6. Девять минус три равно шесть. Пять плюс один равно шесть. И три плюс три равно шесть. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.